Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. И я начинаю свой новый влог. Этот новый влог будет из деревни. Мы сейчас приехали к моим родителям, поэтому недельку решили тут погостить у них. Я несколько дней не снимала, ела, если честно, просто все подряд. Мне кажется, я прям так прилично подзатекла от маминой вкусной жирной еды. Но я, если честно, ни о чем не жалею. Такие моменты тоже случаются. Далее узнаем, конечно же, мой вес. Здесь, кстати, у них весы такие супер точные, супер классные. Не страшно вставать на весы. Посмотрим. Наверное, я поднабрала, естественно, потому что я это чувствую, подзатекла. Тут капец какая жара. В общем, развлекаемся в деревне как можем, но с сегодняшнего дня я прям хочу входить в режим, я несколько дней поела от души, так скажем, буду входить обратно в нормальное питание. Весов здесь у меня нет, поэтому какой-то подсчет калорий у меня не получится супер точным, но опять же буду стараться, все равно я уже плюс-минус понимаю, где какая калорийность, где какая граммовка, потому что уже годы подсчетов калорий не проходят зря. В общем, у родителей тут такие супер точные весы. Сейчас узнаем вес на них. Да-да-да-да. Ну, в общем-то, еще где-то 200 грамм весит телефон. Мы, в общем, вышли здесь в центр села, скажем так, короче, в магазин, купить хлеба вкусного. Здесь своя пекарня, пекут просто божественный хлеб, от которого просто невозможно отказаться. Ну и так кое-что купить вкусненького, в общем-то, ну и прогуляться. Пришли здесь такая площадь интересная, качельки всякие, никого он уже облюбовала. Ну, конечно, жара просто ужасная стоит, поэтому мы вот до тенечка дошли только. Такая вот площадь здесь, разные лазилки, качельки сделали. Там вон коробка, играют в хоккей, футбол. Вот, и здесь такая типа аллея. Там вот дальше пекарня, и там есть сцена. Проходят всякие разные праздники, торжества, в общем. Такое вот прикольное местечко у нас есть. Здесь еще вот такие вот качельки с сердечками. Никого, он уже куда-то полезла у меня. Но это единственное место, где есть тенек, поэтому мы решили потусить тут. Потому что даже вон на тех качельках, конечно, вообще солнце пек. Я не завтракала с утра, потому что как-то вообще не хотелось, плюс жара, поэтому я решила, что завтракать не буду. Сейчас сходим за свежим хлебом и потом уже позавтракаю. Свежий хлеб здесь в деревне — это просто вообще волшебный, я не знаю, как от него отказаться, поэтому свежему хлебушку сегодня быть. Ну, конечно же, Никуш не пропустит свои любимые качели, поэтому придется немного пожариться на солнцепеке. Ну что, вот мы и пришли. Деревенский закупончик. Взяла я тут лаваш. Буду делать себе треугольнички, шаурму. Понабрала каких-то тут конфеток. Ника схватала киндер-сюрприз. Он весь растаял. Взяла трюфели. Просто обожаю трюфели. Это тоже какая-то разновидность трюфелей. В общем, попробуем. Но вообще я люблю трюфели от Красного Октября. Очень вкусные. Взяли тут кучу хлеба. Вот такой какой-то. Батон. Виноградники. Взяла себе творог, был только 5%, 0% он завтра заканчивается срок годности, поэтому решила взять 5%, в принципе, ничего страшного. Взяла себе овсянку вот такую вот, хочу что-то сейчас позавтракать, именно овсянкой с ягодками, положить туда конфетку, будет, короче, вкусненько. И взяли хлебушек из пекарни, боже, это непередаваемый просто аромат, запах восхитительный. И съем еще какой-нибудь бутербродик. Ника тут вон уже плюшку поела, тоже она безумно вкусная. Вся, в общем, выпечка офигенская, но хлеб просто вообще, он так пахнет. Жаль, что это не передается через камеру. Наступило у меня наконец-то время завтрака, сварила себе тут овсяночку, положила конфеточку, ягодки со своего огорода, два бутерброда с вкуснейшим батоном из пекарни, и вот эта вот колбаска, она тоже безумно вкусная, по-моему, говядина, что ли, что-то такое, в общем, там без всяких ешек и прочее, такая сухая, не знаю, сколько в ней калорий, но очень вкусная, и, конечно же, моя огуречная душа не отстает, свои огурчики с огорода просто one love, они безумно вкусные, сладенькие, поэтому отъедаюсь огурцами, никаких других овощей, если честно, даже не хочется, но из-за такой жары у мамы вся зелень, все это погибло, поэтому
огурцы в моем рационе теперь просто one love. Мы тут решили занырнуть, но сначала нужно его почистить. Вода, конечно, нагрелась. В целом быстро привыкаешь, хотя сначала залазишь, кажется прохладно. Никуш, ты что делаешь? Я плаваю. Ты плаваешь? Я снимаю мяч. Мяч поймаешь? Лови, 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 лови. Опа, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Обед, который не отличается от завтрака. Куча огурцов, батончик и конвертик. У нас просто невозможная жарень, поэтому на перекус будет вот такое вот мороженое. Вот эти вот блинчики, типа они мягкие, очень вкусные. Прям офигенское, если где-то увидите, то попробуйте. Оно, конечно, по калориям довольно-таки калорийное, 237 калорий на 100 грамм. Ну, здесь где-то примерно в упаковке 200 калорий, наверное, будет, но очень вкусное. Пломбир тоже офигенный. Что-то типа ужина, пюрешка, котлетки, рыбка, салатик, жирненько и вкусненько. Ну, естественно, никуда же без сладенького. За тест новых конфеточек, надеюсь, остановлюсь на трех. Из недавних покупочек с Wildberries сейчас вам покажу. Заказала тут Никки-развивашки, решила из дома не везти. Заказала на Wildberries, чтобы они пришли сразу сюда. Такие досочки Сегина, но она как-то слишком быстро с ними справилась, поэтому, в принципе, нам уже они не актуальны. Но они очень классно пахнут елкой. Прям вообще, я аж удивилась. Стоили они что-то в районе там 250 рублей, где-то так. Коробочка достаточно маленькая, но в целом все обработано, отшлифовано, все хорошо. И запах просто вообще, я аж офигела, как это пахнет классно. Короче, поэтому теперь можно будет кому-то переотдать, потому что она это очень быстро прям освоила. Также взяла от Радуга Кидс вот такого вот ежика прикольного. Здесь получается на шнуровке. Нужно... фрукты разные ему на спинку крепить. Тоже, кстати, очень классные. Они не пахнут ничем, но зашлифованы все детали достаточно хорошо. Есть даже карточки, как именно можно расположить. Вот это вот достаточно долгоиграющая будет для нас игрушка, потому что здесь еще по карточкам можно разные расположения делать для ежика. Ну и вообще нужно научиться на шнурочек, потому что здесь такой шнурочек тонкий. И получается, ей она еще не совсем его, в общем-то, освоила, поэтому ей нужно будет еще тренироваться. И заказала себе вот такую краску для бровей от Estelle. Краска, короче, классная. У меня уже была подобная, я вот взяла в оттенке коричневый тон. И здесь, получается, есть, в принципе, все такие прибамбасики. Палочка, в чем размешивать, сама краска и с чем краску смешивать. В общем, недорогая, бюджетная, для домашнего использования вообще классная штука. В общем, вчера я покрасила, выдержала где-то, наверное, примерно минуток 20, и в целом меня порадовал результат. Уже на коже, конечно, подсмылась, но вот именно на волосках держится краска достаточно долго. Вообще, мне надо какое-то средство от пигментных пятен, потому что мы ездили на отдых вообще. И, короче, у меня, в принципе, кожа склонна к пигментации, но я... пыталась делать всякие защитки и прочее, но, к сожалению, не срабатывало. Плюс в беременность, в общем, пигментации повылезало прям вообще очень много. И я теперь, наверное, в осень буду делать какой-нибудь пилинг. Не знаю, кстати, посоветуйте, может быть, у вас есть какие-то проверенные средства, либо вы делаете какие-то уходовые процедуры у косметологов, либо еще у кого-то, чтобы бороться с этой пигментацией, потому что, конечно, это все выглядит так себе. Но это уже будет у меня план на осень, поход к косметологу и, соответственно, что-то какая-то приведение в порядок своего лица, потому что я как раз закончу, наверное, электроэпиляцию делать.
И нужно будет все неровности убирать. Ну и, понятное дело, также питанием это все почищать, убирать по максимуму сладкое. Поэтому я уже буду с вами заканчивать этот влог. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь. И до новых встреч. Скоро совсем выйдет еще вложики. Вообще хочу поснимать, наверное, может быть, каждый день, либо, может быть, раза два дня. Поэтому скоро будет выходить совсем часто.